Пассажирский самолет Airbus A321 из Симферополя выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за трещины лобового стекла, сообщил представитель экстренных служб. В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет A321 рейсом Симферополь, Москва из-за трещины лобового стекла в кабине пилотов, сказал собеседник агентства. По его словам, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Обстоятельства инцидента выясняются.